Сегодня я нашел самый необычный кислый мармелад. Вот такая странная упаковка спряталась в магазине. Этот мармелад называется Juicy Drop. И необычность его состоит в том, что в комплекте к мармеладу идет ручка. Но что это за ручка? Сам мармелад был со вкусом тропического пунша. И да, действительно, внутри упаковки была вот эта необычная ручка. Но что же внутри? Как я понял, из упаковки нужно достать мармеладку и налить из этой ручки гель прямо на мармелад. Таким образом, получается вот такая супер кислая мармеладка, да еще и с жидким центром. И мне уже не терпелось ее попробовать, поэтому я взял ее и попробовал. Знаете, скажу честно, это было довольно неплохо. Сам мармелад был похож чем-то на тропический сок, а этот гель напоминал кислый клубничный джем. Затем я попробовал налить из ручки чуть больше геля на мармелад, и мне понравилось еще больше. И я принял решение, что пора пить гель прямиком из ручки. Я налил его себе на язык, и кажется, это была самая моя большая ошибка. Ни в коем случае не повторяйте. Найти его можно в Светлавка.